have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами опять в этом автобусе, а это означает, что Fortnite ждет нас, сегодня у нас полный сквад, и мы уже прыгаем, поехали. Как-то все очень скомканно и спонтанно получилось, но я надеюсь, что все-таки затащим. Лука, можно с тобой? Лука! А, да, вижу, он 20 уровень. Лука! Так, ребята... Блин, не прогружается. Лука! Лука, о, слушай, дружище, пожалуйста, давай без лишних людей сейчас. Я тебя очень прошу. Так, закройте групп... Слушай, Ростик, ты там руководишь сейчас групповым чатом или что, или где? Лука! Можно с тобой? А что сделать надо? Да я не знаю, тут у нас просто поклонник Луки пытается к нам набиться в... Он же там через меня должен пробиться, но я его, мне ничего не... Да, я лучше друг вообще-то! А? Ну, мне интересно... Я его лучший друг! Лучший друг, окей, принимается. Можешь, по крайней мере... Смотри, дружище, мы сейчас записываем видео, поэтому я тебе был бы очень благодарен, если... ты не будешь сейчас выпрашивать, потому что... На 290 градусов за забором, чувак, есть. А можно потом хотя бы с вами? Потом можно. Погоди, я тут двоих только что фигачил. О! А как за вами наблюдать? Слушай, я не знаю. Пожалуйста, дружище, давай пока что тишину в эфире. Я тебя очень прошу. Еще один чувак сзади. Внизу под твоим... Хорошо. Спасибо. Прям под ним, чувак. Прям под твоим малым, чувак. Прям... О-о-о! У меня, чувак. Третьего убегачил. Блин, у меня с патронами фигово, на самом-то деле. Он лежит, ящик с патронами, вот, на ящике. Там большая, слева. А, фух ты, блин, вижу. Слева, то есть справа. О, банка, кому банка, ребят? Ешь. У меня полная. А, у тебя полная? Я уже нахавался, я уже говорю, троих ушатал, с них подлутал, у меня только патронов нет, так все хорошо. Это ж низина, тут же можно себе нафигачить нормально. А, да, точно. В общем, у меня дробаш пустой, что печально. А, рожок я возьму, кстати. Да, кто сюда идет? А, да вот, все мы сюда идем. Слоновья а толпа ходит? Такая. Кто-то... Так, нет, мне показалось. Она все равно немного дает, она, по-моему, 20% брони только дает. Возможно, я вижу пушку, пойду попробую подлутать патроны или что-нибудь такое. Да, есть дробаш зеленый, кто хочет, ребят, берите. Да, иду. Я тут открою ящик. Ну все, теперь всем жопа. Всех убью, один останусь, да? Тем более еще зеленая. Ты прям это разошелся, я смотрю. Да. Нет, ну старт был неплохой, 3 килла, это прям, ну, мне понравилось. Ну, фиолетовый дробаш, мое. Что там было? Фиолетовый дробаш? Где? Кто, где? Да я его уже взял, потому что мое. Я выкидываю из этого. Стоп! А кто тут синюю эмочку хочет? А что у нас за канал? Кто что-то построил, что-то? А Ладушки Корп, чувак, будет описание в ссылке, ссылка в описании, к тому же можешь спросить у Луки, я думаю, он с тобой с удовольствием поделится, так что, если хочешь, заходи, добро пожаловать, все дела. Я подпишусь, хорошо. Спасибо, дружище. Так, я думаю, уже бессмысленно тут находиться, тут надо где-то переходить в другую. Так, куда мы ломанемся? Мы, блин, в центре, ёпперсте, пойдемте на ринг. Пошли. Вот сюда можно ходить. Я поставил точку. Вот. Где что? Вот ты вообще какого цвета? Я желтый. Я розовый. Так, ты розовый, ты желтый. Куда он поставил? За зону, что ли? Я не знаю, ребят. Так, ребят, ладно, давайте на розовую меточку сходим, посмотрим, что... Почему не... А что там? Там 2 километра. Что ты туда хочешь? Во-первых, ты поставил вообще на горы куда-то. Ты посмотри на карту, где она стоит. А что это значит за зоной? Стоп, я не ставила их на горы. Ну это ж твоя желтая метка. Я туда поставлю. Да не надо, тут там бессмысленно находиться. Так. Банан за рулем — это опасно, пацаны. Со мной лучше.
Яблоко, да ну, банан в теме. Вы что, все туда ломанулись? Ростик, ой, блин, это... твою раз твою, блин, сам поставил метку, иди туда, сам ломанул ко всем остальным. Я тебе припомню. Забрать сюда, забрать. И чё, шо? Забрать? Ты не хочешь на плотину пойти полутаться? Я их забрал, чтоб туда на ротовую метку пойти. Я говорю, ты на плотину не хочешь пойти полутаться? Там... Чё это было? О чём злиться? Все, я подписался. Спасибо, красавчик. Че за Gangnam Style, блин? Ну, по одному, меня уже не нужно забыть. Я не пойму, что меня сейчас больше бесит. Звук двигателя, итальянская музыка, вот это все. Короче, у меня в ушах сейчас такая какофония, я катапультируюсь, ну его нафиг, я лучше пешу добегу. Ну ладно, тогда я возьму лодку. А когда у вас следующее видео? У нас видео каждый день, просто по разным играм, по форточке будут и видео, и нарезки, и все, что хочешь, там можешь посмотреть. Пока что то, что есть, там уже хватает чего глянуть, поверь мне. Подожди, а ты с ним разговариваешь со мной? Я с тобой тоже разговариваю, я тебе пытаюсь отвечать, когда пытаюсь отвечать. Ты вообще зачем? А? Я понял, а он тебе говорит? Что? Что, где, кто, зачем? Кто сейчас со мной разговаривает? Я, в принципе, просто слышу всех. Я. Так, стоп, народ, чем мы вообще делаем? Куда мы бежим? Я же точку поставил в своем городе. Я понимаю, что точку, что там? Или ты просто полутонуться там хочешь? Там в основном могут быть люди. А, ну пойдем. Ломать лица, это жизни, судьбы. Домики. А ты тоже в Сургуте живешь? Не получается. Нет, я не из России, если что. Так. А где? Из Украины. Кстати, там, если что, по Робоксу можно видеть, что у меня украинская это Федора. Это я не знаю, мне просто нравится в ней ходить. Ну, как бы. Так, что тут? Мины, ну молодец. Кстати, да, я ими уже пользовался. Кто это строит? Это свои или чужие? Я не могу понять, что происходит. Я не строюсь, надо узнать. Да, я в деревьях запутался. У меня поставил фиолетовый, пусть уберет ее, он мешает чуть-чуть. Лукич, если тебя не затруднит метку, тыкни, вытыкни, пожалуйста. Потому что она не там, где надо. О, там лут есть. Идем лут. Мы тут, короче, как голодные саранча, 4 человека прибежали, блин, все схавали, ни у кого нормального оружия. Ну, я ладно. Подписался уже. Спасибо, красавчик. У меня лично нет нормального оружия, у меня синяя М-ка и все. У меня зеленая М-ка. Ну, то есть у всех все хорошо, я так понимаю. Ну, это прямая дорога к топчику. Если что, мой дробаш или пистолет, я заказываю. Ну, перед каждым... Что? Мой дробаш или пистолет? Ну, ладно, как минимум пистолет. Мины. Блин, перестраховщик фигов. Кто это гасит? Я. Зачем? Вы понимаете, что вы внимание привлекаете, да? Нет. И что? Come and get it. Так, ну ладно. Чё там? Золотой скарчик? Что еще? Нет. О, золотой пистолет, ты же сказал, это мое. В смысле золотой пистолет? Фу ты, блин, золотой. А цвет упал неправильно, обычный серенький лежит, такой, о, золотой пистолет. Так это я его скинул. Ну, я уж понял, спасибо, я его уже и не взял. Я говорю, ребят, пойдемте на риг. Он в зоне. Я базуку завалю. Где? Не пистолет. Я на русском, я не понимаю. Ну, на нефтяную игрушку. А, ну все, уже зона не там. Давайте второй дропчик заберем. У тебя крутые видео. Спасибо, чувак. Сюда сейчас я построю и долетим. А, ты хочешь на базу? Давай на батуте. Поехали. Батут, Дэйд, меня подождите. Да ждем мы тебя, ждем. Никто еще никуда не уходит. У меня просто это закончилось. Винтики никому не надо. Кстати, ребят, я вчера попробовал такую тему, как крафтить пушки. Ну, то есть ты берешь синюю пушку, превращаешь ее в фиолетовую. На это нужно по 150 всех ресов. Не знаю, мне проперло такую вещь делать. Ну, то есть вы как хотите. Ну, кстати, да, это прикольно. Но я себе из эмки модифицирую более сильнее оружие. Оно, конечно, стреляет медленнее, но... Минуточку, из эмки ты получаешь аук? Нет.
Почему нет? Кто а что? Больше калаш огромный такой. А, да, точно, мутант. Ты получаешь мутанта, он тоже таповый, короче, по три выстрела идет. По-моему, мне кажется. Не, он по одному, ваншот. Ну, можешь зажать, конечно, но это будет только хуже. Он медленный, да, очень сильно. Вот. Да. Но если попадешь пару раз по голове, то все, считай, убил. Ну вот. Это я вчера из этого, из рожка делал аук. Потом из фиолетового пулемета делал этот золотой пулемет. Кстати, очень тема. Там получился очень классный топчик, потом я в нарезочке это выложу. Кому грибы нужны? Тут много грибов, очень много грибов. Так они кому не надо, все полные. Все полные, да. Ты посмотри наверх. Отлично, прям упал как-то. Парень, посмотри на меня. А сколько ты уже снимаешь? Да, мы уже приближаемся к году, если что, наш канал. Ну, это не особо видно по подписчикам, но это правда. Ну, конечно, вот этот дробовик, конечно. Да. Идем, а что там? А там я не знаю, это просто ближе. Народ, четверть сервера осталось. Вы понимаете, что на 17 градусов там человек строится? Где? 17? На 17, да, вот я сюда стрельну. Вижу. Надеюсь, оно долетит. Нет, оно-то долетит, но оно, по-моему, они там файтятся с кем-то. Да, но я просто знаю, хочу кого-то снести. Рандомная ракета в пустоту. Блин, патрончики надо. Да. Может, я возьму, зря вы так. Пропускать патрончики — это грех. Да он побежал, скажи, не надо, чтобы он не бежал туда. Так, ребят, кто туда бежит, вы туда не ломитесь. Чувак на 330 градусов. Слышу, иду. 330. Иду. Вон, вижу его, да. Визуальный контакт есть. Да блин, Равшан, и фиг его, смотри, поупрыгивали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, высунулся твою за ногу. Аптечки ни у кого нет? Блин. Есть, сейчас скину тебя. Я пока закачаюсь щитами. Ты где? Сейчас. Иди сюда. Мне... Та-та-та-та-та-та, черт побери! Хорошо, на 50-й уровень. Я его убил. Золотой скар. А толку мне от золотого скара, у меня 2 хп. Да блин, за ногу. Спасите меня, я важнее. Ай-яй-яй, блин, сзади. Давай, гаси. Вся надежда на тебя, давай, Миросик, тащи. Вся команда валяется. Так, поднимай сначала Бармота, у него меньше жизни. А меня? Кто-то летит. Да пофиг. Сзади тебя, ровно сзади тебя, чувак. Ну а что бы я сделал? Да бросил бы воскрешать его. О, из Мидаса кто-то за... Ладно, какое мы там место были? А можно с вами сейчас? Ну, просто у нас сейчас полная команда, 4 человека. Я специально под запись приглашал, поэтому давай мы немножечко еще покатаем вчетвером. Все, теперь больше никого нам в ушах не будет. Я его исключил. А он нас слышит, нет? Он уже не слышит нас. А. Я выступил. Ладно, я тебя понял. На самом деле нет, чувак неплохой, просто он маленький, он не понимает, что происходит. Ну, не то чтобы это, просто как бы... Ладно, чувак, если ты нас сейчас слышишь на записи, не обижайся. Но так нужно было. О, опять присоединился. Смысле он подключился? О, он с нами пойдет, что ли? Так, стоп. А, все, нормально. Все четверо. Все пять. А почему пятеро? Ладно. Так. Ростик. Да, ладно, ребятушки. Не надо в агентство, бессмысленно, там толпа целая, бессмысленно. Да. Давайте. Нет, давай без агентства, ну его, давайте куда-то другое место. Вот сюда. В другое агентство. В другое агентство. Куда? Что? Я не вижу места. Давай в торговую точку. Короче, когда прыгнете, я прыгну тоже, давайте. Вон там одинокое озеро, запомните. Все, ладно, поехали. Давай на торговую точку. А, можно, ну, мы туда просто можем потом добежать. Давай сначала тут лутанемся. Я тут знаю один бомбезный домик. Я прямо сейчас на него лечу.
Сейчас, вот этот вот домик. Вот он просто суперский. Ты идешь в подвал, и в подвале два сундука. В этих двух сундуках очень часто бывает что-то или фиолетовое, или золотое. Прям крутая тема. Желтым? Да, вот этот желтый дом, там внутри нет ни одного сундука. Заходишь, там есть подвал. Идешь в подвал, в подвале секретная стенка. Блин, со мной чувак приземляется. Идем, давай сразу вниз ломимся. Там два сундука, там найдется пушки на обоих. Давай, чеши. Еще ниже, телек с двумя креслами, вот. Я понял, ничего тут нет. Иди сюда. А, вот, смотри. Да. Че у тебя за пушка? Стой, кто-то наверху. У меня помповый дробовик. У меня этот тактический дробовик. Там с нами кто-то приземлился на крышу, давай мы его сейчас отрефрижератим и все. Стоп, не спеши. Почему не спеши? Почему? Rush B! Вот он! Я вот такой скин хочу. Вот этот скинчик, кстати, прикольный, согласен. Бери... Воу! По мне огонь. Нет? Да? Нет? Да. Что? Да, вон сверху чувак. Блин, мне нужна пушка. Он по мне тупо попасть не может, я бегаю, выбираю, какую пушку взять. Ты серьезно? Да я иду, не спеши. Это была сейчас очень неспешная перестрелка. Офигеть, какая неспешная. Я его убил? Да, я его убил, но я такой бегаю. Взять пушку, не взять пушку, взять пушку, не взять пушку. Все это время он по мне стреляет и промазывает. Потом я такой беру пушку, еще он... Вау, еще кто-то стреляет. Иду. Рожок нужен зеленый кому-то, не? Ты меня гасишь? Нет, не ты. Нет. Вот, банан. Уже не гасит. Я за тебя убил чувака только что, ты не видел? Нет. А, ну вы что-то слышал, но сзади меня другой банан вот тут был. Где я? То есть пока ты этого чувака гасил, я тебя прикрыл с этой стороны, нормально. Еще раз говорю, там где-то зеленый рожок был, если вдруг кому-то надо. Я взял синий ФАМАС, кому зеленый ФАМАС скину? Зеленый есть еще вот здесь. Никому. У меня 60. 45 патронов, кстати, не так уж и много. И дробаш почти пустой. Ой, не очень красиво получилось. Оп, чувак на 100 метров, 100 градусов. Это был мой килл, я сказал. Дратути. Человек! Был. Стоп, не убивайте, я сейчас... Посмотрим. Ты успел? Не успел? Не, я посмотрел, но я не видно. Так, че столько бинтов награбастал, короче, ну его нафиг. Тут сундучок был, мне не дали открыть. Ты мины хочешь, нет? Нет. Не, никто мины не хочет. Подожди, а че ты мало убежал в торговую точку один? А потому что я ему сказал, что мы потом туда пойдем, а он решил пойти сейчас, блин. Командный игрок, да? Случайно. Ну я понял. Мы так и поняли. Тут еще он два сундука есть под зонтиком, блин, ненавидит. Тут затачка есть сундук, сейчас я еще тоже утону. Зеленый тактический дробаш есть. Не надо, есть зеленый ФАМАС опять. Я по случайности сюда прыгнул, не должна была прыгнуть. За нечаянно, бьют отчаянно. Кстати, с любой высоты, если на зонтик приземлиться, вообще будет. Можно прыгнуть, да, я знаю. Спокойненько можно приземлиться. Мне тут вообще все хорошо. Да, хорошо. Когда будет 5 человек, потом скажешь. Это вы далеко, я к вам пойду. Так в том-то и дело, что мы далеко. Блин, надо оружку переэтовать, переоранжить. Сколько кого килло? 2. Понятно. Игрок на компьютере. Что игрок на плойке? Сколько у тебя? 6? 4. Ну... Я, между прочим, твою задницу прикрывал, чтобы ее не изрешетили. А я вообще-то твою задницу тоже прикрывал, ничего. Хорошо. Туше! 1-1. Так. М-ка никому не нужна? Не, какая? Зеленая? Не, у меня зеленая есть. Все, я понял. А куда вы все побежали? Вот сюда надо бежать. Я в бассейне плаваю, я вообще никуда не бегу.
я понял. Лето он начался кого-то раньше, да? Не понял, а что это коробка с этими патронами в воздухе парит? Здесь призраки. Так, сейчас я уберу свою меточку. Кто поставил метку с эмкой? Я убрал, убрал уже, все, я же говорю, сейчас я уберу свою меточку, просто я забыл про нее. Почему мы все так далеко? Потому что. Вы куда? Почему мы расходимся? Так, давайте или в одну сторону, или в другую. Я вам сказал за мной идти, почему вы идете не за мной? А почему мы должны идти за тобой, что там? Уже то, что там было, я уже выпил. А, ну тогда ладно. Че, цистерна была, что ли? Нет, не цистерна. Пойдем тогда, а не там, пойдем туда. Я в зону, я просто поплыву в зону. Аптечка. Окей, да? Так мы в зоне, между прочим. Нет, мы слишком маленькой зоне. Просто команда мечты. Вот серьезно, ребят. Так, сейчас я тебе аптечку скину, сожрешь на всякий случай. Давай, давай, это не помешает, а то я что-то... Я вообще рыбачить в воздухе. У тебя лишнее ты имеешь в виду, или... Не, у меня просто целая банка, есть одна. У меня 15 бинтов и большая аптечка. Ну, вот у меня только 15 бинтов, к сожалению. Я возле домика с калашами. На, ешь. Кинул так четко. Вот сейчас я такой сижу, и прям сейчас прилетит хедшот. Вот я это прям... Вот оп. Понимаешь, почему я с тобой не езжу? Я почему-то вангую, что вы там из лодки фигарите. 100%. А в точку можно этот котик убрать? Потому что сбивает. Лукач, убери, пожалуйста, если тебе не трудно, метку. Пожалуйста. Спасибо. По крайней мере, я знаю, что ты меня слышишь. Спасибо. Так, стоп. Что тут вот делает так много воды? А что там синенькое? О, патрончики. Патрончики, патрончики. Я точку поставил, по воде доплывет. А, куда нам, куда? А, ёп, РСТ! Да меня подождите, я к вам. Давай, поехали. Стоп, ставлю точку вот... Вот сюда. Вот, по воде доплывет. Куда? Да, давай. Тут, конечно, прическу поменять. О, давайте, я своим мало, мало. Давай, давай, две лодки, 2-2. Прям как в Эво Ядконге, да? Зря я бананом прикал, прикольно ты сюда, да? Вот я тебя сейчас вообще не слышу, я не знаю, звук лодки. То есть, если я сделаю игру тише, это будет... Банан классный персонаж. Так, что это такое? Ну, я понял. Я своим малым зря поехал. Ты, у тебя были сомнения? Я просто не думал, что он не по реке поедет. Не-не-не, это же танк, он куда видит, туда и едет. Я застрелю в текстурку. Стоп. Тут сундучок есть, его нужно было утонуть. Да, ну... Все, пацаны, нам надо уже в другую сторону топать. Ёпер СТ, да-да-да, зона в другую сторону. Может, пешкадралом? А, что-то эти лодки. Кстати, у меня там в дейликах есть заставить лодку летать, но, по-моему, это уже не наш вариант. Не, это просто трамплин делаешь или нет? Да не обязательно. Или может трамплин, или там, знаешь, с водопада упасть, например. Ну, это уже так, да, можно. Так. Кто-то кого-то ударил? Я не знаю, я пытаюсь просто убежать от этой вакханалии, потому что ну там творится такое. Стоп. Я обычно, когда играю, я пытаюсь ориентироваться на слух, но тут на слух я, по-моему, уже оглох потихонечку. Так, постройки на 285 внизу, но, по-моему, пустые. Пойдем вот эти сундучки лутанем. Что ж, это как раз мальчик ставит лодку. Первый раз у меня мало ресурсов. Почему никому не нужна хилка? Зачем я тогда брал? Если сейчас сюда прилетит ракета, блин, я не знаю, кому я что сделаю. Опа.
Ёп! Кого здесь убить? Кто это? Это был не я. Чтоб тебе икалось, ладно. Ну да, да. Я вижу. Я промолчу, поскольку у меня на канале нету нецензурщины. Я могу сказать, что... Штопанный крот. А, он типа под тобой мост сломал? Да! Красава. Да вообще идеально. Кто, кто, кто? Вообще-то это я. Он мне полностью все снес. Зачем? А как это возможно? Погоди, нет, тут же нет Friendly Fire, или я как? На мосту был, я был на мосту, хотел спрыгнуть в воду. И ты пускай летит меня. Иди сюда. А, у тебя есть пушка, ладно. У тебя эти банки же есть, нет? Нет, нет. Погоди, у тебя нет банок, да? Не, я уже полный здоровье. А, ну так я и говорю, что здоровье вроде полное, но я не понял почему. Ладно. Он меня настрелял с пушками. Я себе не хотел статистику портить, чтобы в конце посмотреть, что меня никто не поднимал. Сверху, сверху. Где, 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 что? Справа? Это. Уже иду. Не, он сверху там. А, он просто нас зовет. Че такое, Лукач? Ты там что-то нашел? Тебе кто-то угрожает? Прыгни, если да. Нас он зовет просто. К нему идти. Стоп, зона, стоп, стоп, кто-то гасит. О, я ребят вижу. Агентство. Классно, вы зону видите? Зона! Мы прямо на краю зоны, да. Ну, слушайте, а мы же зона. Так мы же вроде как в ней. Нет. Почему нет, если да? О, кстати, у него тоже боевой палк. Да, 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 он тоже купил. Правильно сделал, у него, кстати, прикольный скин на оружие, как у меня. Блин, как же жалко смотреть на агентство. Где он людей берет? Агентство? А в агентстве были люди-то, ну, естественно, блин, это усталого кота сейчас прессовать будут, потому что зона вытаскивает людей. Да. Так мне надо сейчас посмотреть, где зона. Где люди? Да ёпа, РСТ. Ну что ж так близко все? Все, я уже к вам еду, я уже к вам еду. Ехать не надо. А как он будет ехать? Я не знаю, по скалам. Ну это же универсальная пушка. А это работает? О, зиплайн работает, идем. Я хочу на зиплайне прокатиться. Блин, что? Сзади, куда? Сзади, вижу, 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 меня на зиплайне мочат. Да ёлки-палки! А вы меня не хотите спасти? Хотим, очень хотим. Я вас в прошлый раз пытался спасти. Нет. Я чувака шотнул разочек. Ну блин, у них высокая позиция, я ничего не могу сделать. Меня убили, по-моему, 5 жизней осталось. Вы не хотите, как бы... Очень хотим. Я как бы сейчас крякну. Я сейчас крякну, у меня 5 жизней осталось. Я сижу, пытаюсь аптечку схавать на последних силах. Я за тебя отомщу. Чё? Ну, естественно, блин, их там двое. Я иду вверх. Да помогите, блин, мне! Куда вверх? Я иду вверх. Блин, неужели мне придется строиться? Вы что, офигели, что ли? Не надо строиться, мне это спасибо. Им сейчас такая жопа будет. Прощайте. Ты где? Я прям с ним. Вообще, на этой лестнице. И зона начинает уменьшаться, зона начинает уменьшаться. Блин! Он меня крякнул. Ну, я в него попал пару раз. Сколько у него жизни осталось? Покажите. Смотри. А, мне не покажут потом. Я по нему 3 раза попал с дробовика. И 2 раза с фоматом. Вот этот чувак, который меня только что убил. У него жизни вообще. У тебя одна жизнь осталась, серьезно? Давай, 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 давай! Он сейчас сдохнет нафиг! О, да он в зоне сдохнет! Беги! И ты сейчас в зоне сдохнешь! Беги! Да! Чего? Куда бежать? Живи! Стройся, я не знаю, ты же там Равшан, блин, стройся побыстрее. Так нет, вы что не видите? Ой, я только сейчас заметил. Чью ты карту подобрал, кстати? Не знаю, по-моему... А, ну явно не мою, потому что я был с тем чуваком, да-да-да. А мою, что ли? Да, видимо, твою. Давление подскочит из-за вас. Блин, офигеть, мы его...
А, да, мою. Да. Я вижу, вон. В доме там кто-то ходит. В доме ходит, Беги. Спрячься и лечись, все. Ты не в доме. Я сейчас чуть не обделался, блин, когда... Я тоже чуть не обделал. Такой сидишь с последней хп-шкой, лечишься, и тут в тебя стреляют. Пусть даже нет пушкой, но все равно. Страшно. Здесь находится чувак. Здесь находится чувак, я его убью. Лечись. Блин, вас двое осталось. Так, нет, тебя уже не подымут. Тут, по-моему, даже воскрешательной тачки нету, да. Тащи, чувак, мы... Блин, я так недавно слился, это аж обидно. Вон, наверху, да. Ну, плоечники, давайте, ребят, затащите. Да подожди, затащить, мне надо его завалить, он сейчас будет. Ну я имею в виду катку затащите, а не... Вон, внизу, ноги внизу, их двое! Это не двое, это... Блин. Да, это двое. То это его были клоны. А, он эти кинул, декои, я понял. Ладно, четвертое место. Да. Четвертое место, что тоже неплохо. О, у меня это... миссия обновилась на хедшоты. Ну не обновилась, а мне их спудали. Вообще, мы заняли второе место, потому что это склады. Вот. Чё, косой, нет, 8 человек были живы. Да? 8 человек было живо. Но это может быть ребята из разных складов, попадал, понимаешь? Мы же получаем место как сквад, а не как человек. Да. Мы чё, не люди? Нет, мы сквад. Блин, офигеть. Почему мы не люди? Почему мы сквады? Да что мы? Ладно. По сути, было неплохо, хотя, честно скажу, я сыграл очень фигово, надо было лучше. Ну, как бы, я знаю, что я могу лучше. Ну, ладно. Я того чувака мог спокойно завалить, чтобы ты с ним не тянул. Ну, хотя, хорошо, что ты его добил, пусть даже в зоне, потому что, ну, это чисто такое моральная сатисфакция. Не я ли он? Ну, да, там было уже просто. Ну, он еще был в том проигрышном положении, что он оказался за зоной, и его просто выклевало потихонечку, это тоже хорошо. Хотя уйти с одной жизнью, это, конечно, эффектно. Я думаю, то, что нам нужно... Ты снимал, да, это? Конечно, я это снимал, чувак. Мы же на записи сейчас, конечно. Ну, я просто не записываю, мне там дофига. Я понял, куда мы... Разогревочная катка. Да не надо разогревочную, поехали в низину, чувак. Ну. Стоп, хорошая идея. Пошли туда. Нет, сюда. Но я не пойду на ринг, ёпарас, это там дофига народищу, и там это... Да никто не падает. Я могу сказать точно, куда все летят. Это яхта, агентство и нефтяная вышка. Все. Так вот, я не хочу на нефтяную... Не, смотри, в низину тоже дофига народу падает. Да, потому что здесь всегда лутает. Вот со мной один чувак. Черт, я тебя понял. Ты промахнулся, да? Ты мимо крыши, что ли? Я на крыше, да. Ты на крыше? Это первый крыш. Да. Так. Я просто вижу, что человечек не был один. Так попади ты по ним. Ладно, пока брось. У меня задание протащить тиммейта 50 метров, так что я пошел. Я тогда пополню броник на 100%, окей, да? Видите, уже первый килл есть. Где бронька? Я же разбил огромнейшую бочку. Слушай, можно? Так, что, кого? Я тебя хотел скинуть, я не тусим себя. Стоп, я сейчас, пацаны, сейчас кое-что сделаю. Ай. Сейчас. В озере валяется, сейчас я. Лукич, извини, я на тебе делик выполнил, но спасибо тебе в любом случае. Мне просто надо было пронести раненого тиммейта 50 метров, поэтому... Стоп, никуда не бежите, никуда не стреляйте. Никто никуда не стреляет, я просто лутаюсь. Я хочу найти чувака, который пока-то здесь вся его команда. Я тиммейта дальше проносил. Слушай, беги, Да погоди на... ты, погодеть. На 10 градусов бежит человек, дестроит. Так, стоп, 10 градусов, сейчас. Там кто-то есть, там что-то плохое. Да. Я не вижу. Ну, враг, вон. Блин, почему, когда я не записываю, у меня кто-то плохо.
Ты там на него прям уже ломанулся в рукопашку, да? Сзади меня! Блин, я под огнем! Так, я вижу человека, я вижу еще одного человека. А, блин, ёлки-палки, почему ты на него стрелять нахуй? И там еще, видишь, красный. Сейчас, 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 у меня мало жизни, я под огнем просто. Все, все, все. Там второй! Ёпара сатя! Да нет, да, да, да! Есть, 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 двоих грохнул. Мне нужно вылечиться, срочно я лечусь. Потом меня сейчас завалят. Он там еще, видите, сзади. Сейчас, сейчас выйду, сейчас. У меня нет патронов, у меня 18 на рожки и 16 на ппшке, все. На 120 градусов, смотрите, там на дороге по-любому он будет. Я, по-моему, о, вижу человека, да. Градусы сразу давай, когда видишь человека. 100 с чем-то. 100 с чем-то. Кто имку отметил? Снимите метку, пожалуйста. Это я. Так. Сверху меня чувак. Где? Так, 80-60, 86. Я над тобой бегу, ты чё? А, это ты. Сверху видел чувак. Ой, да. Человек, человек! 356! Вы как хотите, я пойду. У нас тут файт, я убил чувака только что. Ну, стрелять здесь нельзя. А? Это я его. Стреляйте спокойно. Я к цистерне. Давай. Так, ну ладно, 3 килла пока что. У кого? Чё, у меня 0 кило. Шо, у кого? А, блин, это... Я только людей уметь замечать. Уметь замечать. Не, просто ставят предупреждалку, типа, осторожно, осторожно. Я думал это. Я вообще помещаю с... Блин, я хочу это... А, человек! Метка! Красная метка! Да иди. Камикадзе! Чё у вас там происходит? Камикадзе! Где он? Не стреляйте, вы всегда трясите их, оказывается, он будет трясти. Стой, 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 стоп, не убей! Пашу сзади. Вверх! Есть, все, третьего снес, нормально. Я другой человек убил. Камикадзе. Фух, минус 5. Я чуть себя, блин, не убил бомбами. О, это лестница джакузи, тут так классно. Ха-ха, минус 5. Ну тут всегда изички получаются киллы, кстати. Я уже замечал это не один раз. Тут сюда прыгаешь, если тебя сразу не заметят, то отсюда выходишь, у тебя минус 4, минус 5. У меня даже записано это было пару раз. Подожди, тут построено две камы. Это я строил, по-моему. А это? Нет. Так коряво? Нет, так, я так нет, не умею. Это не так коряво. Я только эти лесенки строю, я стены не строю, так что если это стены, то я. Сюда. А, тут я этого чувака убивал тут, он тут внутри тусил. Зайдите ко потом мне. Это. А. Тут такой классный джакузи прям. А можно без джакузи? Какой джакузи? А куда ты пошел? Там нет входа. Да вот я тоже думаю, куда я пошел. Не знаю. А так, ребят, аптека никому вроде нужна, да? А, смотри, по 7 насилит? А нифига, она хуже, чем будет. Ну, тут можно сейчас это щиточек подзарядить себе. Короче, да. Ребят, время офигительных историй. Я тебя сейчас позакрываю. Что, не понравилось? Нет. Вы вообще играете или что вы делаете? Все, пойдем. Как бы я все, я готов. Да чтоб тебе этот сундук уже второй раз взять не могу, так его через так. Так через так. А ты его никогда не возьмешь? Нет, я уже к нему строиться начал, потом меня отвлекли, сказали, что типа у них там человек, мне пришлось прийти и убить его. От кого? От тебя я этого не ожидал. Я просто увидел, что он что-то строит, и мне надо было что-то сделать. Надо летать. Все, чешем отсюда. Я к зиплайну подъем. О, там есть это. Ладно. Пойдем к зиплайну. Да, ты прав, давай. О, тут можно, слушайте, ребят, тут можно пушку загрейдить. За сколько? 150 всего надо, сейчас, у меня приблизительно что...
тут где-то было местечко, сейчас, где-то здесь, я помню, я вчера не тут пушку грейдил. Мы в зоне, можно не торопиться. Где же? Вот там сарай. Не, я знаю, там можно загрейдить, но там 150 надо всех потерять. 150 всего, да? Поэтому активненько, мне сейчас нужно, мне не хватает буквально всего понемножку. Сейчас я разнесу этот сарайчик. Тебе для задания? Нет, мне не для задания, мне для ауга. Ауг, из чего ты собираешься сделать? Из рожка синего. Из рожка ты не сделаешь, ты из фамасады будешь его делать. Ну, рожок это и есть фамас, если честно, ты не знал. Рожок вот это, я сейчас тебе покажу, что такое рожок. Вот что такое рожок. Видишь? Теперь вот что такое рожок. Нет, это МП5. Вот это. ФАМАС это рожок, потому что его французы называют рожком, у него форма такая из-за компонации полпар. Так, я стоп, мне дерева не хватает. Где есть дерево? Сейчас. Да дерево тут все состоит из дерева. Мне буквально чуть-чуть вот дерева. Сколько тебе надо? Все. Нет, одно дерево еще. Все, мне нужно я пошел. Нет, не убрали. Ребят, метку поубирайте, если у кого что. Это у того малого метка. Убери, пожалуйста. У кого что фиолетовое есть? Мне не нет, фиолетовое. У меня есть синее. Так, иди сюда. Ты где? Где? Что, где? Мне? Нет. Вы что, наверху уже? Не, ну я могу дать как-то синее, что хочешь. Поехали наверх, тут зиплан есть. Давай, поднимайся. Вот. Пожалуйста, давайте не делать так. Я уже второй раз так натыкаюсь. Пожалуйста. Мы просто падаем. Нет, мы едем в разных направлениях, сталкиваемся и падаем. И второй раз я буквально чудом сейчас чуть не сдох. Зиплайн, когда занят в оба направления. Все, стойте там наверху, пожалуйста. Так, короче, зелье есть. Ростик, тащи сюда. Куда? Сюда, к полицейской тачке тащись. Зачем? Вот, дай мне свою лодка. Автоматическую пушку. Какую? Тихо! Выложи! Выложи! Плюнь каку! Нет! Иди сюда, возьми! Бери. Спасибо. Все. Потому что я знаю, что у тебя руки на этот заточены. Потом, чтобы ты мне да, не... Потом, чтобы ты мне не... Ну, какого фига мне не дали аук? Я пойду сейчас еще что-нибудь. Вчера ты мне его не дал. Да, но вчера у меня не было времени. Я его только подобрал, меня грохнули через минуту. Сюда надо смотреть там на агентство тени. Ну куда он попал? Ну зачем? Нормальный. Да, там люди будут. Давай ты... Слушай. Рожок? Да, рожок. Если его сейчас убьют, он будет орать опять. Помогите. Будет. Когда есть удочка. Минуточку, ты. Это же это серия спасения рядового Райана, это нормально. Так. Так, у меня теперь есть три зелья. У тебя большие зелья есть, да? О, стой, это я возьму синенькую штучку. Опа. НК2. Что? Где? Понял, бежим. Стоп. Видите дроп на 180 градусов валяется? Минуточку, что? Там обормотика прессует. Пойдемте посмотрим, что происходит. Ну ладно. Ну, он, по крайней мере, говорит, что там опасность. Я иду. Я вообще рыбачу под закат. Он не хочет твою малую метку убрать, он сбивает. Убери метку, пожалуйста. Это не моя. Желтая твоя, блин, посмотри на карту. И метку сожгу. Да, она сбивает. Фу ты, блин, тут нет нифига. А, он назвал на я сейчас рыбачить буду, столько рыбки наловлю. На что? Он назвал не для того, что опасность, а зона просто. А, ну не знаю, может быть. Карась раз. Ой, блин. Онлайн-шутер, да? Пистолет синий. Стоп, нас на 19 градусов 2 человека по воде прыгают. Внизу, в реке. Он там рыбу ловит, а там люди бегают. Стоп. Вон, они на острове, Да. О, мать, они строят. Вижу. Скажи, они тратят патроны. Это я стрелял.
Нет, нет, он сам это сидит. Так, всё, я пошёл их убивать через банки. А, Бармот, не трать, пожалуйста, пушку, не стреляй. Не надо, они сейчас придут, Они придут все равно. А мне кажется, снизу кто стрелял. Куда ты пошел? Зачем? ЁПРСТ! Да, я вижу. Не пулемет. Маленький мальчик, блин. Не лезь к нему, не пулемет. Я уже пошел к свету. Я это специально сделаю. Я пожертвовал собой ради жизни вашей. Зачем это надо было делать? Надо учиться немножко... Не-не-не, учиться это не про нас. Мы даже в школе не учимся, а ты говоришь учиться. Да мы копим вообще. Там строит, надеюсь. Он грены кидает. Блин, я ему два раза зарядил, один почти готовый. Ну, у них тут полный склад, короче, все, слито. Ой, да просто и беги. Подожди, они сейчас уйдут, я сейчас попытаюсь сделать. Так подожди, там строится, да? Они строятся, их там полный сквад. Ну то есть, да, я одного покоцал, но я практически он уже вылечился. Не суйся туда. Реально вали в зону и все, забей. О, да. А, ну понятно, с чего. Главное, мне показывается, что чувак ходит с помповым дробовиком. Ага. Так, ладно. Поехали еще разочек. Следующая каточка. Посмотрим, куда мы сейчас прыгнем. Ты уже все, да. Куда прыгать? Пойдем ты на вот сюда. На вот сюда, давай. Брод? Вот сюда, давай, чеши сюда. Где тут можно лутануться? Блин, с нами куча народу. Я пошел, наверное, в тот желтый домик, что ли? На каждой башенке есть по одному луту. Я тогда по башенкам буду скачать и собирать маленькие луты. Давай ты не будешь далеко от нас скачить. Пожалуйста. Блин, я прям слышу жужжание чего-то пропеллера рядом со мной. О, большая банка, здравствуйте. О, две больших банки, здравствуйте. Кто? Все живые, нет? Так, я готов. Да, деревянный. Так, где кто? Я просто сейчас заходили, разговаривал, только включил микрофон. Ага, все, вижу тебя. Ты, так, ты тут вообще-то с нами? Да, да, я просто разговаривал, просто включил микрофон, чтобы не так. Я понял. Так, стоп. Не надо спешить. Че, я наткнул чувака, я никого не убиваю. Стоп, кто строится со мной? Банан. Двоих чуваков грохнул. А, все, я, короче, склад, по-моему, грохнул весь. Ну, то есть их оставалось там то ли два, то ли что-то такое. А тут ползает другой из другого склада. Попробуй. Я банана завалил, а он остался, получается, один. Ой, ай-яй. Вон чувак, я его вижу, который тебя прессует, я иду. А, ты его убил уже? Куда ты идешь? Вот зачем? Вот... Спасать тебя там, ну не знаю. Ты же знаешь, что не надо. Все, понял. Забудь. Так, тут, короче, эмки разбросаны, все дела, кому-то надо что-то? Я поменял синий, сейчас еще поменяю на другую. Так. Сейчас поменял. Ну как бы я вижу, что вы любите подлутаться. Что? Подлутаться любите, да? А, минуточку, а кто не любит подлутаться? Есть такие люди? О, ну все, я рыбачить буду. Так, рыбак, тут уже ты был, понятно, в этом доме. Понятно. Ну, я там немножко почистил. Где? Так, что? Где? Вон там, я вижу. Иду. Я уже здесь. Стоп, ты вызвал маунта, остановился. Так, стой, не беги сейчас никуда. Выпей бутылочку маленькую на всякий случай. Я ему скину. Уставший, не беги никуда. Сзади он бутылочка, сзади него. Бутылку подбери сзади себя. Блин, это невнимательность, вот это она. Наша фишка прям.
Тыкни ему средней кнопкой, чтобы он увидел, вот. Вот он. Я сейчас большую аптечку как раз возьму. Большая аптечка. А сколько тут? Одна, потому что я только одну подобрал. Бери, пей и всякое это... такое, пей, ешь, жри, всякое такое. Так. Мне тут вообще свой ПНС дробаешь, ты прик. Мы вроде территорию зачистили, мне кажется. Сейчас сразу же кто-то вроде подойдет, да, это... все равно надо идти в и да, нам уже еще в зону надо идти, давайте чешем. Снимайте метки, не надо ставить метки, если мы уже в этой точке, метку надо сразу снимать. Так, не моя метка случайно? Народ, да снимайте метки. Да нету тут никаких меток. Все, уже нет. Не ставил метки. Метку надо ставить до того момента, как мы приземляемся. Это да. Можем... Я нет! 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 Вот. И ты, и лодка можете идти, знаешь, куда? Что это за проклятие, блин? Мне кажется, когда он видит реку, мы уже все равно что там находится. Называется «Поиграю в форточку один день». Ага. Это так, вообще ну, сундук, видите? Мы... Я вот к этому сундуку и бегу, мне бы чем-то подлечиться или хотя бы бутылочку лопнуть, потому что я такой средней степени покоцанности. Сейчас я тебе дам. Погодь. Вот не надо угрожать. Стоям, ба, ну стой на месте. На, тебе прям волк. Блин, да, спасибо, спасибо, чувак. Раненых лошадей пристреливают. Взял хедшотнул. Все, валим отсюда. Вот запомните, в этом доме всегда хорошая валяется. Ну, уже не валяется, тут уже разлутали все. Угу. Ну, я, кстати, это тоже замечал. Опа, стоп. Дай, где я его замочу? Вот где, вот где? Вот где, вот откуда? Минуточку, это реально по нам гасят, или вы прикалываетесь? Да, вот, это для меня. Давайте. Так. Вы это, как мальчики, да? Которые кричали «Волки», вы по мне постоянно... 300 градусов. 300 градусов, вон. Вижу. Призем привалил. Так, еще детали. Не тратьте патроны, он валяется, его никто не подымет. Не тратьте патроны. Все. Блин, ладно. Я в него, не знаю, раза два попал, наверное, по 24. Я хотел еще сказать, что за Дункан Маклауд, чертов, что он не подыхает. А он... Алло, ребят, я сюда зачем пришел? Чтобы все взяли... Пистолет, тебя, зеленый. Чтобы кого, кто что взял, где, зачем? Все цистерни. А, все я все понял, чешу. Уберите метку с пистолета, пожалуйста. Это не моя. И все к цистерне. И потом в этот автобус можешь зайти, там ящик есть. Народ! Куда не побежу? Тут цистерна, ну, ладно, вообще-то. Да нету тут никакой цистерны. Как нет, если есть? Ну, забейте. Они не хотели, мы предлагали. Почему? Не надо хилка, так не надо. Я на секунду в автобус, я подойду, не надо за мной идти. Там ничего нету. В автобусе? Есть. Ну, там, ну, не всегда будет хороший. Если там будет хороший лут, то я же вышел с вами. Золотой пистолет. Ага, сейчас, так я и поверил. Вот, чувак, золотой пистолет у меня. А ну, выкинь, покажи мне. Выкинь, покажи мне. Да только что, блин, выкидывал, показывал, что ты хочешь, вот. Я не видел, подожди, ну не видно. Ну ладно, забирай, если хочешь. А, нет. А, да, вижу. Забирай. Да я шучу, на, тебе. Да не, мне пофиг, я могу походить с другим. Как бы... Ходи с этим. Я вообще пистолеты не люблю. Я знаю, но типа ты думаешь, я такую фишку не просеку, не видел. Так, 157 патронов, кстати. Знаешь, короче, чем пистолеты лучше, чем автоматические винтовки? Ну. А вот у них скорострельность чем? Больше. Вау. Не сказал бы. Ой, как делать. Я тебе штаны не могу. У тебя какая М-ка? Белая или какая? Зеленая. Зеленая? Ну не знаю. У пистолета скорострельность явно больше, и перезарядка чуть-чуть быстрее. И к тому же он читерский, потому что он всегда стреляет в одну точку, у него нет отдачи и разноса, как у автоматического оружия. Кому-то нужны мины? Не, спасибо. Они бессмысленные. Если ты их поставил, и человек на них их увидел, то все, от них толку никакого. Нет, они прикольные в зданиях, они очень прикольные. Я так убивал человека, и меня так убивали уже. Такой поднимаешься по лестнице, особенно если ты с кем-то перестреливаешься и отступаешь спиной, эта штука выпрыгивает и убивает тебя. Они, ну, как да, бы...
Я видел, я сделал так ловушку в здании, три штуки наделал, получается, он одну зацепил, и потом бахнуло аж две сразу. Ну, бахала она. То вроде как была нормально. Что-то не очень приятно, потому что котика приводит постоянно следить за мной. Пусть следит, может, за тобой бегает. Не уследишь, блин, ты сдохнешь. Сдохнет. Я вот, мне иногда путает, это кто-то стреляет из базуки или это гром, ну, то есть, вот что сейчас, кто это? А, стой, иди сюда. Ты мне? Нет, не тебе, сейчас, где фигня, на, держи. Это я гранат, стоп, право, лево. Держи, вот. А, вот, спасибо. Подожди, что сейчас... Знаешь, что мне сейчас хочется сделать? Пукнуть. Давай, я давай все это сделаю. Подожди, как ты стреляешь без ничего? Опять баги. Стой, я запись сделаю, тебе скину. Стреляй. Хорошо, хорошо. Я в прошлый раз это сделал твою вставочку. Короче, докинул. Как это выглядело. Это, кстати, видео, которое вышло вчера. Точно, точно. Там эта вставка есть. Так, хитро, ну почему стой? Ты боишься это сделать? Что такое? Да, ты вообще как Майкл Джексон по дороге едешь. Там. Все, я запись закончил, тебе такой кусочек, знаешь, сделал такой, типа. Хорошо, хорошо, отлично. Я потом вставлю картинку в картинке. Такие приколы получаются хорошие. Так. После этой серии, наверное, мы уже будем. Ну, после этой качки мы, наверное, уже будем заканчивать. Так, ладно, так, давайте пойдем, наверное. Если че, железную штуку поставил, вы можете пройти. Молодец. Там банка? Или мне кажется? Не, то не банка, то какое-то оружие синее просто. Да, точно показалось со стороны. А, вопрос. Ну, хотим ли мы отхватить в агентстве или не хотим? Сзади. Где? Он человек. Вижу. Я его уронил, спасибо, ребят, сделайте мне все. Не убивай. Не убивай. Ты его уронил? Я в него из пистолета на этом расстоянии зафигарил на 21. А я дал ему 3 выстрела. Ёппарасотек! Да ну тебя! Все, короче, я от вас ухожу. Все. Что случилось? Ты что, обиделся? Меня уронили, блин, с высоты 3 километров. Конечно, я обиделся. Ну ничего. Нормально. Было больно? Да. Аж на целых 33. Зона сзади нас почти. Ой. Я себе 5%. Так. Это вот стоило. Стоп, кто летит? Вот для чего надо. Кто? Кабу. Это да, почему это тебе стоило? Это так классно. Где этот чувак? Я его не вижу. Вот там, что ли? Ну, я понимаю, что он чисто там строится, но я его не вижу визуально. То есть я вижу только строительство. Иногда. Вот теперь можно в агентство. Пацаны, пойдите в агентство. Да? Нет. Поверь, нет, да, там никого нет. Да вот откуда? Пойдем, ладно, я готов в это поверить, потому что они там все файтятся. Сколько вообще? 24 человека осталось. Фига, что так много? Да мало, это слайд, понимаешь, нормально. Мало. Интересно, жалко вот это Мидеса взять, короче, в агентство запрыгнуть, чтобы тебя никто не трогал. Ой-ё. Вот чё? Нет, не очень буду... Чё такое, тебя гасят? Не, костюмы надо костюм брать. А, кстати, да, костюмы — это тема. Так, это не надо. А где тут будка есть? А, она там за углом вроде, да? Да. Пистолет. Просто там... Тут никого нету, поверьте мне. Ну если вас завалим, значит я шмал. Стреляет прям по нам, да. Кыш отсюда! Сдрысни! Я застрял. Да, ты застрял, ага, расскажи мне об этом. Я тебе серьезно говорю, я двигался, но застрял. У меня как-то этот. Что вы делаете? Так, подожди. У меня вообще 1 хп, я не. Иди сюда. На! Там что-то из крупнокалиберного фигарит, ребят. Снайпер. И снайперки крупнокалиберной. Ты если ты сейчас высунешься, тебя ваншотнут. Что в сейфе? В сейфе есть снайперка, которую я беру. Не одна. Так. Это штука одну долбанул. Есть, по-моему,
Все, короче, маленький мальчик нашел пулемет, я валю отсюда. На 105 градусов строится человек. И не один. Черт, харе, ребята, ну все, елки-палки. Так, 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 так. Блин. Усталый котяра, иди сюда. Иди сюда ко мне. О, да мне выстрел красиво. Че, завалил? Ну, уронил просто. А вот там хилит. Смотри, я начал сделать. Я не вижу, не вижу пока что. Сейчас смотрю, но не вижу. На 100, там видишь? Я вижу стройку, да, да, да. Я кошка сделаю. Вот там два человека, а то и три даже. Я тебя понял. Да, да, да. Я целюсь. Поэтому... Не надо, не надо. Сейчас они придут нам все равно. Так, смотри, котяра, иди сюда. На. Сожри. Стой, 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 вот это сожри сначала. И вот тут есть это, и это. Блин, ты уже выпил, ладно. Ребят, ну вы ж не смотрите только в одну точку. Да, ну понятно же, ну... Просто надо было подхилить этого. Фух. А что если... Ребята, Миндос живой еще, нет? Не, Миндос не живой, ящик-то открыт. Точно, 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 я протупил. Зона, черт! Я только сейчас ее заметил! Как такое могло статься, что я только сейчас ее заметил, а только собирался тайный ящик открыть? Твою за ногу, как это произошло? Корабля нету, елки-палки. Я тоже наловить карасей за это время! Я дельфинчиком ухожу! Караси, караси! А что вы паритесь? Вы успеете добежать, даже если... Ну, я не успеваю, у меня прям по пятам бежит! В смысле? Почему я успеваю? Ты посмотри на меня, где я, блин? Я наловил за супер маленькое там время целых два карася. Чувак, пацаны, чем чувак, и сейчас, короче, я его сейчас буду спасать. Это того стоило. Смотрите, на 122 метра там был чувак. 122, да, ты меня прям обрадовал. Ну куда он бежит без оружия? Ну сейчас его забанят. Не, ну если что... Стой, 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 не убегай. Стой, пускай. У меня гасят, у меня возле этого тайного агентства тут стрельба. Ну блин, я боюсь вмешиваться. Один. Зона. Я вроде в зоне. Да, зона. Спасите. Фух, я в зоне. Блин, я... кому-то нужны караси? Я от вас отрезан оказался, это фигово. Кому нужны караси? А Бармот, ты тут? Иди сюда. Слушай, меня тут два человека хотят завалить, вы. Все, иду. Даже три хотят завалить меня. Ну они же только хотят, они же не валят. Знаете, вообще-то да? Валят. А, так я вообще-то понял, иду. Так, кто-то еще приезжает. Ничего себе, Равшан, как ты попал? Попал на 30. У меня перегрев, давай, давай, гаси его. Какого же фига? Есть, убил. У меня караси хильт у меня. Если что, я съел караси. Что такое? Я съел один карась и дам котику обормотику один карась. Ничего себе у них лутяра. Фух. Золотой автомат. Мяускуса, по-моему. Крутяк. И тактическая, ну, здоровая, тяжелая снайперка. Есть что-то зеленое? Золотое, нормальное мне такое. Ну, вместо пистолета, потому что у меня только пистолет котик, золотой. Котик, обормотик. Что происходит? Карася немного жизни восстанавливает. Ну, я съел карася. Ну, да. Воу-воу-воу! Да ёпы РСТ! Где? Ещё это случилось именно когда... С какой стороны? Котик-обормотик ударил по мне киркой. С какой стороны, ёпы РСТ? У кого я спрашиваю? Блин, все, понял. Я вижу. Понял, понял, понял. У меня осталось 10 жизней. Ай, ай, зона, зона. Зона! Чёрт, я сдох. Я нет. Не сдох. Я вообще иду куда хочу. Посмотрите на нашу пати. Блин, сборище инвалидов, серьезно. За себя говори. Ну, ты единственный здоровый человек. Я не сказал здравомыслящий, я сказал здоровый. Блин, ну елки-палки, ну что ж это за жизнь-то такая? Аптечку! Ну хотя бы так.
Бочек, обормочек, нет! Обормочек, я их не спасу. Черт, побери. Вытаскивай его и прикрою. Попробую, по крайней мере. Вон он. На 95 попал чувака баррикаде. Какой баррикады? У меня вообще уже нету этих ресурсов никаких. Да чё ж ты не перезарядился от отварина? Парень! Чё вы, откуда вы бежите? Ну там одна, в одной точке 4 человека. Вы бегите, бежите в другую, где еще 2 человека. К луту. Что это было? У них себе. Блин! Они меня тоже из снайперки. Зачем у меня швырнул так? Есть еще одного на 95 попал! Сейчас будет зона, пацаны. Челы. Есть! Хедшотнул чувака! На башне остался. Давай. Второй, он его сейчас поднимать будет. Надо башню обрушить. У-ху-ху-ху. Черт. Черт, черт, черт. Вот это сейчас офигеть как под... Блин, ребята, их двое осталось. Да, 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 у меня есть 3 агромедных подсечка, как... Разлина. Кого нокнули? Котика, блин. О, нет, кот, оборвал, ну твою мать, ну чё он не убивает его? Мне вот интересно, попал в голову, дал 40, дал дальше дофига урона, он не сдох. Чё? Да, видно. Стреляй! Ну, я вижу, слушай, да, давай, там... сделай это! Стреляй по нему, дырвей! Скажи, чтоб ты мало так не кричал, у меня уже выжила. Нет, патроны! Чёрт! Ну зачем ты без дробовика шел? У меня не было дробовика. Мне было трех. Надо было не бежать к нему. Но мне кажется, этот чувак читер, потому что он попадал очень четко в голову. Нет, он не читер, он по мне промазал. И, ну, по крайней мере, со мной, когда он бился, это не было читер. Он меня снес с одного выстрела. Я ему дал 2 по 48. Сколько у него хп? Я не знаю. Так, ребятки, давайте на этом душераздирающем моменте давайте закончим эту серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.